все были спортсмены, а он нет. Он просто был способный. И электрик, и телевизор, и мотив. Ну все. Ну жизни не было. Жена говорит, да зарабатывай, потому что... И он как раз в этот день пошел в баню. Побили его сильно. Ну мы же как, одна бригада, одна рота. Как же его звали? Дома. Короче, на следующий день мы идем дома. 7 человек пошли. Но мы так рассосались в бане. Ну мы как будто друг друга не знали. Кто там был прав, кто не прав был, ну все были не прав. Всем дали. Да. Мы так тазиками пиздили. А там больше ничего, голыки. Да. Мыло и тазики. Да, тазики. Можно мыло в полотенце. Ну, просто определяли так. А нам потом уже сказали, говорят, слушай, вы тут невинных побили, блядь. И оно так, как говорится, под руку пошло. Ментов вызвали. Ну, короче, мы им сказали, нас не надо трогать, вроде. Потому что оборвем вас все. И правда. Потом начали какое-то брожение. Милиция сидела. И в один прекрасный день меня оставили, а я на точилке, мы все топорами работали, на точилке он оточил топоры, там убрал что-то, макароны поставил варить, вот наши тушенки были. Ну, в общем, все сделал, что делать. А ребята были на кузне, кто-то дверь открывает, а я дыманул. У нас кровати не было, у нас были такие на весь балок такие, ну как это сказать, узбитые. Ну, как кровати, так они это. Ну, койка, вот, койка там или. Это не койка. Не койка. Ну сбили себе нары или. Нары, окей. Короче, они зашли, они. Ну ладно, сюда. Да, вот эти. Зашли и что? Зашли, и они, ну, хотели меня, наверное, не зарубить, и что там это. Но я же как-то с просонья ни хера не понял. А единственное, что мне в голову пришло, что, значит, та бригада, которая нам отдали их работу, и они все побежали в объект и закончили. А там мы карантин дали нам это. И я так понимаю, что это вот эти ребята. Да, зуб у них какой-то там. Да, ну уже ребята вернулись, а я что, один? Я же ничего же не решаю. Ну, ни слухом, ни рылом. То, что я слыхал, что... Что-то там, да. Что они начали, они фундамент сделали. Ну, а вы при чем? Вам дали объект? Да, вы... я так и это. Ну, как-то так все сходилось. Ну, и решили. Там они... О! А я как 7 топоров пирамиду поставил, значит, и поточил, и пирамиду поставил. Это рассчитал, да, я знаю, до двери было, несколько шагов. Недалеко, ну, шагу 5 было. И там, ну, вижу, агрессия такая пошла уже. А сколько их человек было? Ну, я знаю, человек 5-6. О, да, там еще на улице было. Там много. Да. И вот такой разговор глотнул. Какой гнев глотнул. По фене, да. Вот мой. Я сразу пришло мне в голову, парень, тот же, который с тобой, приближался ко мне, я долго не думаючи, я прямо на него, ногой ему, вот так, так. И по нарам, он, конечно, падает, по нарам я продвигаюсь, еще кто-то мне на пути. Я и рукой, и ногой как-то. Я точно в дверь попал. Да, надо выбегать из замкнутого, да, такого пространства. Да, я выскочил, это, смотрю, еще получилось. А что я? Вот так, как в спортивном костюме. Так,
Отдельно костюм был, так что я... Это зима? Ну, это май месяц. А, май месяц. Да. Побежать? Да. Я... Ну, быстрее был раз, другое, значит, соображал, а те, как стояли деревянные, так это... Я их оббежал, вот от догонку. Я в гор, там кузница, я прохожу, ребята, еще чуть-чуть зарубили. И все, да. Ну, ясно, мы здесь сказали. Ну что, охрана же не будет все время держать. Такой товарищ мой был. Леня, как хочешь. У меня жена, я уже, у тебя жена будет работать. Так получилось. Но его нет. Я говорю, надо ехать. Мы сами как по себе. Вот как будто нет у нас начальства. Вот там. И он себе, мы как были как бесхозные. Я тут, да, тут не кончится. Не кончится, да. Представьтесь, пожалуйста. Как вас звать? Борис. Молчание. Хорошо. А можете, пожалуйста, рассказать, как вы были и где вы были массажистом в какой-то там команде во времена СССР? Ну, это еще когда СССР. Ну да. А что за команда, где вы были? Ну, долго работали на этой должности? Какая у вас там была должность? Не долго, я месяцами. А что за команда? Ну, я когда жил в Изобильном. Где это? Какой большой город? Это Крым. Крым, это окей. Алушта. Алушта, окей. Это у нас, ну, такая организация была, которая строила, как вам сказать, водохранилище. А, водохранилище, окей. Да. И там же ж не хватает воды постоянно. В то время, значит, я познакомился с... Вот они там как-то там организовались в Крыму, начали, дали заряды, они там строили. Да, на этой базе там очень много было командировочных, на этой базе. Значит, ну, в Крыму хорошо было жить, да? Там тепло, море. Супер. Так я тренировал там на этой... Тренировал, команда была у меня, так как я лучший спортсмен, я не сочетал спорт, ну и я знаю. А какие годы это, как, с какого по какой, какие это годы были? Это 72-й. Это, подождите, это при Брежневе, да? Брежневе, да. Ну тогда нормально, спокойная жизнь была в СССР. Работы было полно, и там, водохранилище, в таких природных условиях, значит, создавали, значит, люди укрепляли. Завозили, дамба или что? Завозили столько земли, только это камня. Щебенка там. Не, щебенка, а, конечно, там большие. Большие, под камень вообще. Так красок там было, может, 100. Ну, в свое время тогда они построили эту. Между Генеральским и между Красным Камнем. А это от Симферополя до Старый Крым, где это? Это Алушта. Алушта где? А, окей. Я понял, да. Как на Ялту ехать. Интересно. Ну хорошо, спасибо, дай Бог вам здоровья, всего хорошего.